Пресс-служба Министерства транспорта Донецкой Народной Республики сообщила, что 31 августа третья по счету группа детей из ДНР отправилась на отдых в Анапу, в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России». В ведомстве уточнили, что при содействии специалистов Департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса ДНР в этот детский лагерь поехали 300 ребят из Амбросиевки, Тореза, Шахтерска, Горловки, Ждановки и Кировского. Напомним, что первая группа в составе 300 детей из Донецка, Харцизска, Ясиновато и Докучаевска выехала в Анапу 23 августа, вторая – 29 августа. Всего же санаторно-оздоровительный курорт «Жемчужина России» способен одновременно принимать свыше 2000 отдыхающих в возрасте от 7 до 14 лет. Территория санатория расположена в 50 метрах от берега. Добавим, что кампания по оздоровлению детей республики началась с 1 июля и будет проходить по 28 сентября этого года. Учебный процесс прерываться не будет. В Российской Федерации с детьми будут работать опытные педагоги согласно учебной программе. Всего на российских курортах в текущем году планируется оздоровить около 5000 детей из ДНР.